Друзья, мы открыли Макдональдс у нас дома! Мы накормим так много клиентов, насколько это возможно, самой лучшей едой! Что ждем, друзья? Давайте открываться! Давай, погнали! Опа-опа! Опа! Да! Да! Только Джейл Арми, друзья, мы открыли свой Макдональдс! Друзья, пока мы ждем первого клиента, мы покажем вам наш ресторан! Друзья, здесь у нас кухня, идем! Здесь гигантская картошка, друзья, а тут прохладительные напитки, это гигантская кока-кола, вот здесь Happy Meal, тут все ингредиенты, из которых мы будем делать бургер, вот здесь у нас касса, а тут вы можете посмотреть меню! Итак, здесь у нас столики для клиентов, красивые столики, удобные кресла, все клиенты. Клиенты могут расслабиться и поесть наши вкусные бургеры. А вот тут у нас все украшено, чтобы создать красивую и расслабляющую атмосферу. Но прежде чем мы начнем, что мы должны сделать? Едим один бургер! Нет, Стас, ты нормальный! Сначала нужно помыть руки! А, да, правильно, друзья! Прежде чем начинать, нужно вымыть руки! Давай, давай! Друзья, мы очень сильно любим наших клиентов, поэтому мы тщательно моем руки, чтобы они были наичистейшие! А сейчас, друзья, давайте сделаем один челлендж! Скоро начнут приходить клиенты, но прежде чем появится клиент, мы хотим проверить наши знания! Да, мы будем делать челлендж «Угадай вкус» с закрытыми глазами! Здесь у нас 4 разных соуса: чесночный соус, барбекю, майонез и кетчуп! Мы будем макать картошку в соус с закрытыми глазами. Мы должны угадать, какой это соус. Отлично, я готов. Итак, друзья, я беру одну картошку и выбираю вот этот соус. Посмотрим, угадает Димон или нет. Я готов, Стас, давай. Теперь открываем и макаем. Давай. Давай, Димон, открывай рот, открывай. Какой это соус? Ну-ка скажи, посмотрим, угадаешь или нет. Это соус барбекю. Браво, Димон, ты угадал, один из одного. Давай теперь моя очередь. Давай, надевай. Давай, теперь моя очередь. Давай, угадывать. Где мои очки? Итак, друзья, я выбираю вот этот соус. Смотрите, вот так вот. Вот так, наливаем. Отлично. Ты готов? Всегда готов. Давай, 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 попробуй. Что это? Говори. Это кетчуп! Браво, ты угадал! У меня есть картошка и есть вот это. Ну-ка посмотрим, угадает ли Димон. Ну-ка посмотрим, Димон, ты поймешь, что это? Давай, давай, давай. Вкусно, да? Вкусно, скажи. Что это? Что за соус? Он очень острый. Да, Димон, это табаско! Зачем ты дал мне табаско? Ты скамер! Почему ты дал мне табаско? Мы же договорились, вот эти 4 соуса без табаско! Да, но табаско, друзья, есть у нас меню, поэтому я дал тебе его попробовать, ясно? Ты скамер, давай надевай маску и посмотрим! Все, надеваю. Итак, друзья, какой же соус мне ему дать? Этот или этот? Думаю, вот этот. Мы его открываем, друзья, вот так. Макаем в него картошку. Вот так. Стас, ты готов? Ну, конечно, я готов. Давай. Опа. Тебе нравится? Да, мне что-то очень сильно напоминает. Мне кажется, это майонез. Ну, Бяля, ты проиграл. Это же чесночный соус, Стас. Как? Я чувствовал вкус майонеза, друзья. Ты нормальный? Димон, наверное, прикалывается. Блин, Стас, мы открыли наш Макдональдс, и ты не разбираешься в соусах. О, Димон, пришел первый клиент. О, что нам делать? Заберись, у нас ничего не готово. Не переживай, Димон. У меня есть готовые бургеры из Макдональдс за углом. Просто это неправильно. Мы же должны приготовить все сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Что бы вы хотели заказать? Я бы хотела один бургер без соленых огурчиков, один Happy Meal и один спрайт. У нас нет спрайта. У нас есть кока-кола. А почему у вас нет спрайта, парни? Потому что мы только что открыли наши рестораны и не успели еще все завести. Ну ладно, тогда мне одну колу. И не забудьте, важно, чтобы в бургере не было соленых огурцов. Да-да, конечно. Из вас 22 евро. 22 евро? Вы с ума сошли? Это очень дорого, парни. Да, потому что все качественное, домашнее, сделанное своими руками. Это высшее качество. Ну ладно, я заплачу картой. Отлично, спасибо вам большое. Оплата прошла, прошла. Супер. Да, это наши первые бабки. Отлично, пришло время поработать, Стас. Посмотрим, что они нам принесут. Да уж. Раз она так хочет двойной бургер, я возьму котлету из другого и положу ее поверх этой котлеты. Да, Стас, это неправильно. Мы должны приготовить все сами. Да ладно, Димон, не преувеличивай. Это наш первый клиент. Мы должны показать себя с лучшей стороны. Ладно, давай, Стас, идем, давай. Девчонки, все готово. Пожалуйста, ваш Happy Meal. А вот и ваш бургер и кока-кола. Приятного аппетита. Да, спасибо. Посмотрим, стоит ли это 22 евро.
Друзья, этот бургер не похож на свежий и домашний, как они нам говорили. Димон, что скажешь, им понравится? Не знаю, Стас, у них очень странные лица ну-ка какие-то. Ну-ка посмотрим. Это худший бургер, который я ела в своей жизни. И внутри соленые огурцы. А я же им сказала, чтоб не клали. Фу. Попью немного колы, чтобы перебить вкус огурцов. Да они же не закрыли крышку, придурки. Блин, Стас, почему ты не закрыл крышку? Я помню, что я вроде ее закрывал. Не знаю, что случилось. А почему ты внутри оставил огурцы? Она же сказала, что не хочет. Я забыл про это. Ты ненормальный, бесполезный нубяра. После всего этого у меня вообще нет аппетита открывать Хэппи Мил. Пойдем и скажем им все. Вы ненормальные? Я вам сказала не класть внутрь огурцы, а вы мне засунули туда 1000 огурцов. И вообще он не свежий, весь помятый. И это самый ужасный бургер в мире. Огурчики были вкусными, и я с вами не согласен. Девчонки, может вы немножко успокоитесь? Помятый? Смотрите, какой он красивый. Красивый? Это красивый? На, ешь. Опа-опа. Это нормально? Первые клиенты нам такое сделали! Что тебе и надо? Будет тебе уроком! В следующий раз ты будешь ответственнее! Хорошо, я согласен! В следующий раз я буду аккуратней, друзья! Later. Смотри, что они здесь наделали! Стас, не забудь, когда ты помоешь пол, поставь табличку «Пол скользкий». Ладно, Димон, знаю, знаю, не учи меня. Наконец-то я закончил. Все, все. В этот раз, Стас, не рискуй, приготовим сами всю еду. Да, Димон, я получил урок в прошлый раз. Почему здесь так скользко? Кто это сделал? Полицейский поскользнулся. Стас, ты забыл поставить табличку. Что, упс, чувак, мы только открылись и уже попали. Ух, 1000 извинений, это просто ошибка, я не хотел. Что вы делаете? Я закрою ваш ресторан сразу же. Что это за дела, а? Что такое? Господин полицейский, вышло недоразумение, мы угостим вас, все, ладно? Все, что хотите, все, что вы хотите. Да. Хорошо, хорошо, я даю вам только один шанс, давайте. Иди готовься. Что вы хотите заказать, скажите мне. Друзья, я хочу один спешл бургер, на чтоб он был не острым. И одну кока-колу, пожалуйста. Да, конечно, я сейчас все приготовлю. Садитесь, пожалуйста, садитесь, садитесь. Так, присядем, посмотрим, что они мне приготовят. Ага, я подожду. Ах, чуваки, этот бургер, горячо. Стас, ну бери ножиком. Да-да, правильно. Давай быстрее, давай. Нужно быть аккуратнее, а то он закроет наш ресторан. Итак, Димон, я поставлю жарить котлеты, а ты пока приготовь булки, окей? Да-да, знаю. Так, отлично. Кладем сюда и закрываем. И скоро все будет готово. Вот так, кладем салат. Сверху кладем лук. Вот так, отлично. А сейчас, друзья, мы ждем, чтобы поджарилась котлета. Димон, полей соусами, чего ты ждешь? Он же сказал спешл бургер. Стас, я полью кетчупом, майонезом и табаско котлету. Да, точно, все правильно. Давай. Котлета готова. Давай, поливай все это соусами и неси его полицейскому. Да-да, знаю. Отлично, поливаем кетчупом. Вот так. Теперь польем все это майонезом. Вот так, отлично. И теперь заливаем табаско. Так делается спешл бургер. Смотрите. Вот так, Леся. Больше. Вот так, не жалеть. Эй, Стас, все готово, забирай. Давай, ставь. Отлично, все, давай. Надеюсь, что ему понравится. Да. Ему точно понравится. Он суперский, он вкусный. Сколько еще времени они будут делать этот бургер? Сколько? Все готово. Друзья, пока Стас обслуживает полицейского, я хочу вас попросить подписаться, если вы еще не подписаны. Потому что в следующий раз мы пригласим наших подписчиков в наш Макдональдс. Поэтому подписывайтесь. Да, вид кажется вкусным. Ну-ка попробуем. Он вкусный, уверен. Уверяю вас. Вкусно же, да? Вкусно, да? Что случилось? Да что? Что случилось? Такое острое я еще никогда не ел, друзья. Что там внутри?
Я не понял, ну что я сделал не так? Димон, я же сказал тебе, не клади внутрь табаско! Ты ничего мне не говорил, ненормальный! Нет, сказал, не добавляй табаско! Стас, я добавил все соусы! Я говорил тебе, друзья, я же говорил ему, не добавляй табаско! Напишите внизу в комментариях, что я говорил! Нет, ты мне ничего не говорил! Парни, я должен вас закрыть в тюрьме за то, что вы сделали! Вы сядете за решетку, я сильно разнервничался сегодня! Вы испортили мне день! Давайте, пока! Это все ты виноват! Ты добавил табаско! Ты мне ничего не говорил, тебе, не говорил! Ты виноват! Ты виноват! Ну, Пьера! A few moments later. Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы хотите заказать? Что вы можете предложить? Я бы вам предложил гамбургер с картошкой. Отличная идея, я согласна. Что-нибудь пить будете? Одну колу, пожалуйста. А колы у нас нет, она недавно закончилась. Макдональдс без кока-колы? Короче, ладно, а тогда дайте мне спрайт. Спрайта тоже у нас нет, и фанты нет, только водички, если хотите. Водичка? Запивать водой такую еду? Да, извините, я вам сделаю очень хорошую скидку, хорошо? Ладно, я согласна. Тогда один гамбургер, одна картошка и одна водичка. Сколько я вам должна? Отлично, вместе со скидкой 10 евро. 10 евро? Да вы что? А без скидки тогда сколько бы это стоило? Без скидки это бы стоило 20 евро. У вас нет напитков и еще так дорого. Надеюсь, что эта еда стоит тех денег, которые я заплачу. Конечно стоит, я вам обещаю. Отлично, карта прошла, спасибо большое. Сейчас мы пожалуйста. Вас обслужим. Отлично, отлично. Булочки готовы, друзья. Положим его сюда. А теперь поджарим котлеты, кладем их жарить вот сюда и закрываем. Я кладу картошку. Блин, друзья, никак не могу наполнить. В общем, друзья, чтобы не терять время, я положу картошку руками. Вот так, вот так. Отлично, супер. Вы только не пишите в комментариях, что я так сделал, хорошо? Стас, картошка готова. Открываем, котлета готова, берем ее и кладем. Упс. Поднимаем. Ладно, не думаю, что кто-нибудь поймет, что она упала. Все нормально, в бургере не видно. Давайте положим ее. Кладем. Отлично, и поливаем майонезом, друзья. Стас, не забудь. Что ты наделал? Димон, ты виноват, ты меня испугал, когда я поливал майонезом. Я хотел сказать, полей котлету майонезом, а ты облил меня. Я поливал майонезом, поливал сейчас. Я думал, что ты забыл, короче. Лезь, не в свое дело, ну, Бера. Опа, опа, пожалуйста, вот ваш бургер. Спасибо. Надеюсь, что вам понравится. Я им не доверяю. Посмотрю-ка, что там внутри. Что это такое? Почему она зеленая? Они специально положили мне тухлую котлету? Они что, хотят меня отравить? Почему она возмущается? Я не понял, что случилось? Вы вообще ненормальные парни! Вы положили мне тухлую котлету в бургер! Как так получилось, Стас? Откуда я знаю? Я ничего не знаю. Примите наши извинения! Вы вообще ненормальные! Я вас засужу! Все, ухожу! Блин, чувак, как так получилось, Димон? Сегодня точно не наш день, чувак! Все идет не так, чувак! Почему так? Стас, нам нужно собраться. Следующего клиента, который придет, мы обслужим как короля. Понятно? Договорились? Я согласен. One hour later. О, Стас, смотри, кто пришел. Добро пожаловать. Привет, чуваки, как вы? Какими судьбами, парни? Мы просто узнали, что вы открыли ресторан и поэтому пришли. Отличный выбор, говорю вам, вы не пожалеете. Мы хотим ванильный молочный коктейль и хэппи мил, пожалуйста. Отлично, ну-ка посмотрим. 1500 евро. Вы придурки, 1500 евро за что? За один коктейль и хэппи мил, вы что, я идиоты? Я пошутил. Ладно, 5 евро, 5 для тебя, Рафаэль, 5. Вот, без сдачи, спасибо. Бабосики! Давай, Димон, начнем, окей? Итак, начнем готовить хэппи мил и молочный коктейль. Я уверен, что Стас и Димон приготовят для нас отличную еду. А вот я не уверен, сейчас посмотрим. Отлично, молочный коктейль готов. И картошка готова. И мы кладем ее внутрь. Все готово. Эй, 5 часов уже, где наша еда, а? Несу. Давай, неси. Что это было? Ты ненормальный! Ты придурок! Это самый худший ресторан в мире! Знай это! Посмотри на меня! Ты придурок! Что ты сделал? Да ладно, это было нечаянно, ребят! Вы придурки! Чуваки! Прекратите уже!
Просто придурки, чувак, все, я ухожу. Блин, чувак, посмотри, что они со мной сделали. Я весь грязный, я, Димон, увольняюсь, я не могу больше, все идет не так. Да, Стас, у нас ничего не получается. Но, друзья, если вы хотите, чтобы мы попробовали еще один раз, чтобы мы открыли еще один Макдональдс, он будет намного лучше, напишите нам в комментариях, правильно, Стас? Да, подписывайтесь все, ладно, и ставьте лайк. Давайте, друзья, увидимся.